Казахстане открылся 4-й центр по работе с детьми, которым поставлен диагноз аутизм. Подобное уже действует в Алматы, Астане, Кызылорде, а теперь и в Усть-Каменогорске. Восточно-Казахстанская область является лидером по количеству детей с диагнозом аутизм. Официально это заболевание выявлено более чем у 14 тысяч детей. В специализированном центре логопеды, дефектологи, психологи, педагоги совместно, на постоянной основе, а главное бесплатно, будут оказывать квалифицированную помощь особенным детям и их родителям. На сегодняшний день в ПМПК диагностика, то есть постановка диагноза только с 3 лет. То есть дети до 3 лет, как раз наша целевая группа, находятся чаще всего дома. Очень важным является то, что детей будут брать с самого раннего возраста, то есть проводить раннюю диагностику, раннее выявление этого диагноза.